Друзья, всем огромный привет. Давненько мы не выходили на связь. Очень, конечно, жалко, но, к сожалению, так получается. Нужно видео и снимать, и монтировать, и я за всем этим не успеваю. Поэтому сейчас предлагаю к просмотру вам видео, которое было снято еще, когда лежал снег, то есть весной, но по определенным причинам я не успел его смонтировать и отложил все это в долгий ящик. В этом видео представим вам, я расскажу про линейку адаптеров, какие адаптеры у нас бывают. Собственно, ну, такое короткое ознакомление со всей линейки, начиная с 0.1, заканчивая 0.3. И какие вариации можно будет у нас заказывать. Нигде этой информации особо подробно нету, поэтому смотрим. Хорошо. Так, пишем. Вы на обед? На перекур? Ну. Так, друзья, ну что, я не знаю, что и сказать. Собрались. Разобрались. Так, короче, все. Друзья, всем привет. Давно с вами не выходили на связь. Прошел уже январь месяц, 2020 год начался. Дела у нас идут полным ходом. И сегодня я хотел бы вам рассказать о том маленьком сюрпризе, о котором я заикнулся в новогоднем поздравлении перед конкурсом. Итак, друзья, собственно, в чем наш сюрприз? Сюрприз заключается в том, что у нас теперь есть универсальный конструктор. Это базовая рама КТЗ-02, то есть КТЗ-02 снова претерпел у нас изменения. Есть базовый конструктор, на базе которого можно собрать КТЗ-01, КТЗ-02, ну, а 0.3 он остается у нас особняком. Собственно, он будет подходить у нас только к модельному ряду мотоблоков Нева, и все на этом. А в чем крутость и, скажем так, большой плюс для владельцев других мотоблоков? Для владельцев других мотоблоков мы представляем как раз вот обновленный, во второй раз уже обновленный адаптер КТЗ-02. У него теперь есть жесткая сцепка, он может теперь подходить к различным мотоблоком, который требует жесткой сцепки, но при этом балка у него теперь тоже качающаяся. То есть, если до этого у нас жесткая сцепка была только на 0.3 варианте, то есть только здесь у нас была жесткая сцепка, теперь и на 0.2 также есть жесткая сцепка и качающаяся балка, что открывает нам новые, скажем так, границы, точнее, владельцам мотоблоков открывает новые границы. Помимо того, что КТЗ-02 имеет качающуюся балку и жесткую сцепку, кому не нужен кузов, можно будет заказать версию просто вот с капотом. Она также имеет качающуюся балку и жесткую сцепку. При этом на нее можно поставить будет и переднюю навеску с отвалом, можно поставить заднюю навеску, и на заднюю навеску уже навесить, соответственно, все, что душе угодно. И также у нас есть первая базовая версия, это непосредственно сама рама. В чем кульминация сегодняшнего нашего видео? Кульминация в том, что я один сегодня снимаю на камеру со штатива, поэтому маленько монотонное будет видео. В чем кульминация? Кульминация в том, что вот, собственно, наш весь модельный ряд. Модельный ряд у нас КТЗ Light, то есть он идет без всего. КТЗ-01. Это с капотом, КТЗ-02 это уже с кузовом, и КТЗ-03 чуть побольше кузов, возможность установки косилки и снегоуборщика, рама чуть пошире, и подходит он только к мотоблокам Нева, повторюсь. Давайте теперь обо всем поподробнее. Погнали! Если вы смотрите наш канал, обязательно подписывайтесь. Ставьте лайк, ставьте колокольчик и погнали! Давайте теперь пройдемся и посмотрим поближе, что же это у нас такое. Вот, собственно, базовая самая версия. Как я уже говорил, это КТЗ Light. Думаю, примерно так она будет называться. Что она имеет? Она имеет у нас... Оператор из меня никакой. Она имеет качающуюся балку. То есть уже в базе вы получаете качающуюся балку, вы получаете ступицы, полностью поворотные кулаки в сборе со ступицами. Плохо у меня автофокус работает.
редуктор установлен уже и руль. В остальном, если у вас есть колеса, если у вас есть сиденье, то вы можете очень дешево собрать себе адаптер. То есть изначально будет такая вот версия. Причем возможность есть такая у нее. В дальнейшем мы покажем. Из этой версии из этой версии КТЗ Light можно собрать КТЗ-01 и КТЗ-02. Каким образом это делается, мы покажем уже в следующем видео. Подробно опишем, расскажем, как это будет происходить, в чем здесь фишка. Все это будет интересно, подробно рассказано в следующих видео. Так, хорошо. Теперь давайте перейдем к версии КТЗ-01. Версия КТЗ-01. Белое сиденье сливается со снегом. Сиденья на самом деле у нас или белые, или синие. Зависит от нашего поставщика. Иногда у него расхватывают синие сиденья, поэтому нам приходится ставить белые сиденья. Вернемся к нашим баранам, собственно. К нашим адаптерам. Версия КТЗ-01. Многие из вас изъявляли такое желание, что зачем, мол, нам кузов? Он нам не нужен. То есть для транспортных работ он нам не нужен. При этом, если у вас нет необходимости в кузове, то можно приобрести себе будет вот такую версию КТЗ-01. Он полностью обладает всеми возможностями КТЗ-02. У него также имеется качающаяся балка. Уже в комплекте будет идти капот с крыльями, колеса, руль само собой и сиденье. Также, понятно, педали, тросики. Он также может быть установлен с передней навеской, с отвалом. И также можно будет установить на сам мотоблок заднюю навеску, но на нее уже навесить плуг, окучник, все, что, как говорится, душе угодно. То есть это возможности КТЗ-01. Он также по цене будет дешевле, чем 02, но, понятное дело, подороже, чем базовая версия. Так, далее переходим к нашему КТЗ-02, обновленному во второй раз. Сейчас, на данный момент, КТЗ-02 с виду напоминает КТЗ-03. Вот это у нас КТЗ-03, как мы видим по кузову. А это у нас КТЗ-02. Кузов остался прежним, но он стал оранжевого цвета. КТЗ-02 подходит теперь не только к Ниве, но и к другим мотоблокам, которые требуют жесткой сцепки. В данном случае у нас мотоблок Bright. Видим надпись Bright с двигателем 9 лошадиных сил. При этом сцеплен жестко с адаптером КТЗ-02. Все благодаря чему? Благодаря тому, что он также имеет качающуюся балку. Да, она отличается от балки КТЗ-03, но тем не менее все отлично работает, все надежно и качественно, все в наших лучших традициях. КТЗ-02. Чем он отличается от КТЗ-01? Отличается он только лишь тем, что у него теперь появился кузов. Его оптимально использовать как для транспортных работ, так и для земельных работ. Ну и думаю, что в ближайшее время появятся под различные другие мотоблоки. Пишите, звоните, спрашивайте, какие мотоблоки вас интересуют. Мы переходим на адаптер КТЗ-03. Он у нас установлен сейчас с мотоблоком Нива. 10 лошадиных сил двигатель. Так, да, 10 лошадиных сил, Брейтен, Стрейтен. И он установлен на гусянке. Сцепка, конечно, также жесткая. Сцепочка жесткая. Педальный узел размещен по-другому. Это у нас КТЗ-03 педальный узел. А это у нас КТЗ-02 педальный узел. Кузов имеет маленько трапециевидную форму. КТЗ-03 изначально у нас имеет качающуюся балку. Как видим, она другой формы. Немного расскажем о нем. В принципе, все уже из наших видео знают, что он может. КТЗ-03 устанавливается конкретно к мотоблокам Нива.
Установка возможна только жесткая. Плюс КТЗ-03 в том, что на него можно установить снегоотбрасыватель и косилку. Это можно посмотреть в других наших видео. Можно устанавливать отвал, можно устанавливать плуг, окучник. Все орудия для обработки земли. Итак, подведем итоги. КТЗ-03 устанавливается у нас исключительно на мотоблоке Нева, имеет жесткую сцепку и качающуюся подвижную балку впереди. Адаптер КТЗ-02, обновленная версия, имеет как жесткую сцепку и подвижную балку, так и есть возможность установки, фиксации, точнее, передней подвижной балки и установки задней сцепки с мотоблоком на штырь. В данном случае мы видим, что с мотоблоком Брайт сцепка жесткая, но также есть возможность установки адаптера КТЗ-02 на всю линейку мотоблоков Нева. Переходим к адаптеру КТЗ-01. КТЗ-01 отличается от адаптера КТЗ-02 лишь тем, что отсутствует кузов, но имеет капот. Он также может адаптироваться с мотоблоками линейки Нева, как жестко, так и на штырь. Также имеет подвижную качающуюся балку впереди, но при этом с возможностью ее фиксации жестко. И, соответственно, может устанавливаться к мотоблокам, требующим жесткой сцепки. То есть это мотоблоки типа Брайт, Угра и им подобным. Так, и плавненько мы переходим к нашей бюджетной самой версии адаптера КТЗ-Лайт. Такой вариант бюджетный для любителей, кто хочет поработать руками, кто хочет собрать сам себе адаптер. Давайте немного акцентируем внимание на самой бюджетной версии КТЗ-Лайт. Суть в том, что бюджетная она вроде бы бюджетная, при этом за эти деньги вы получаете уже установленный редуктор, установленную качающуюся балку, тяги рулевые и ступицы, плюс поворотные шкварня, разумеется. Вам остается только лишь поставить колеса и одеть сиденье. В принципе, на нем уже можно будет гонять. Еще подключить родной тросик, да, который уже установлен на мотоблоке. Ну и не забываем про сцепку. Для того, чтобы его привести в эксплуатацию, достаточно поставить колеса, установить сиденье, накинуть тросик и сцепить с мотоблоком. И все, этого будет достаточно. А в чем огромное преимущество данного варианта? В том, что с базовой версии можно вырасти до КТЗ-02. Непосредственно на базовую версию можно установить тормоза, устанавливается передняя навеска, задняя навеска со всеми рычагами и тягами. Также на нее можно будет установить капот. Если вам не нужен капот, можно будет установить кузов. С кузовом также можно будет вовнутрь установить тормоза. На этом все. У кого какие вопросы возникли, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на наш канал. Более детально, подробно про базовую версию КТЗ-Лайт мы снимем, запишем отдельное видео. Как из обычной рамы можно будет подрасти непосредственно до КТЗ-02. Как установить кузов на нее. Надеюсь, что видео было полезным. Кому-то оно открыло ответы. Кто-то, точнее, получил ответы на свои вопросы. Что такое КТЗ-01, что такое КТЗ-03. Так, блики света. Извиняюсь за то, что снимаю на камеру, на обычную, на телефон бликует. У кого еще какие вопросы возникли, пишите, задавайте. Будем рады услышать. Вот так, всем пока.